Должно выбрать победителя. Сериальчик. Я хочу показать, как мой мужчина готовит. Можно? Лёш, почему мы ходим в трусах? Спросите нас. У нас такая парочка трусов. Здесь жульен из птицы. Привет всем, мы решили выйти все-таки. Прическа. Лёш, мне тоже хочется. Качки. Утро начинается с того, что мы готовим яйца. Знаете, на самом деле Лёша проснулся и говорит, надо приготовить завтрак. Я говорю, Лёш, я не говорю, я типа слилась, типа я в телефоне сижу. Потому что я знала, что пойдет готовить. Это стандартная схема просто. Да, у нас так. Готовить никто-то не любит. Привет, блин. Даже ура! Да, я просто очень соскучилась. Говорю, Лёш, мы должны выйти все-таки в эфир. Сейчас Лёша сделает цвет, чтобы мы стали еще красивее. Чтобы у нас было... Чуть-чуть видно. Представляете, мы даже сегодня расчесались. Мне кажется, в темноте было получше. А что ты вообще голая? Ты не прикрылась хоть? Ладно, я мужик. Я что, голая, что ли? Ты в белье, ты сейчас будут всякие дрочеры-мурочеры. Не ты что напишешь? Я что тут? Я в таком скромненьком образе. Вы что, приставали? В Москве нет, мы завтра приезжаем. Чеснок, колбаска. А что вы добавляете его в этот? Короче, я купила папе колбасу здесь, чтобы привезти ему нормальной белорусской колбасы. Покажи ему там. Вчера ночью мое правильное питание куда-то ушло, и колбасы нет. Ладно, так что не знаю, меня убьет. Видите, очень красивое белье. Да я не сказала. Видите, груди уже нет. Вот все. И вы прикольно. Ой, спасибо. Блин, ну реально колбаса нереально вкусная. Как она называется, Леш? Там написано. История 8. Ребят, кому нужно, скоро буду в Москве на днях. Купить колбасу, привезти. Я приеду и привезу вам колбасу. Жду вас. Алло. Алло, Зай. Да. Я бы хотела поговорить сейчас с начальником главным колбасы. Кому привезти колбасу, пишите. Я привезу вам. Только доставка друга пойдется с Беларуси по колбаске. Что готовит Алексей? Мы сейчас посмотрим. Алексей, что же вы готовите? Алексей. Чай, что ты готовишь там? Вот тут. Мне, вот пишут колбаски. Какое белье, это красиво. Знаете, я начала поправляться с Лешей. Это невозможно. Но некрасиво же в таком виде стоять. А мне красиво. Раз я стою, мне красиво. И многие пишут красиво, а вы пишете некрасиво. Кому некрасиво, пошли в красивые места. Мы ж кофе будем взять? Кофе. Так, блин, колбаса реально. Колбаса реально вкусная. Вы че голые-то? Ну, блин, мы не голые, мы с утра ходим. Все нормальные люди с утра ходят, как мы. Мы сейчас потанцевали. Даша делает яички. Я люблю глазунью. Кстати, он любит омлет, но из-за меня есть глазунья. Фигура говорит, спасибо. Это я решила выйти просто, чтобы вы мне говорили, что у меня фотошоп, что у меня почему-то очень худые ноги, я ухудила. Лёш, ты знаешь, что я на фотошопе делаю... Ты принимаешь ухудение. Да. Как еще раз колбаса называется так? История 8, по-моему, да? Домашний. Ванечка, привет. Какой у тебя вес? Ой, не знаю, мне кажется, он большой. 50. Я пузатая. Да блин, вчера ночь колбасу с хлебом черненьким, как вы думаете? Минск, привет. Понимаешь, что?
даже не хочу читать. Когда пишут такие огромные сообщения, я не хочу читать. Вот такие огромные. Ладно, когда там цветочки, сердечки, одно дело. Когда пишут что-то не попад, неинтересно. Привет. Привет. Так, я сейчас в сторис выложу победителя туфлей. Вот. Почему Леша не помогаешь? Почему Леша мне делает все сам? У нас кто-то готовит, а кто-то моет посуду. Это все я. Что ты выложишь? Ну, Гамлет. Нет, ну мы так договорились давно еще, да? Чай ставим? Так, как дела? Ты очень красиво. У Лиз тоже в красном нижнем белье. Звездочка, какой рост? Вы супер пары. У меня рост 170, у меня длинные ноги. А то мне начали писать какую-то вообще хрень полную. Есть девочки, которые со мной одного роста, но просто у них талия, ну, ноги начинаются почему-то вот отсюда. Как бы, ну, как бы так. У меня в папу. Что вы голые по дому не ходите? О, боже, покажи лучше Лёшке. Лёшке видно. Алексей, хотят видеть вас. Моя любовь, это так красиво. А кто любит голубцы? Есть такие? Голубцы, колбасы. Голубцы любят голубцы, да? Да. Да. У меня у кого жопа? У меня вообще нет жопы. Жопы нет, поэтому я не становлюсь вам задом. У нас вода закончилась, да? Чайчес. Красава, муж должен все уметь. Да, это согласен. Не идеальный мужчина. Голубцы супер. Сметанка есть. Возвращайся на дом 2. Не, я точно не вернусь. Красивыми, да, спасибо большое. Доброе утро всем. Ой, то есть уже не доброе, это уже 3 часа дня, зайка, между прочим. Красивая фигура. Кстати, буду убирать животик. Леша говорит, почему ты такая худая, но у тебя есть животик. Кто рожал, у кого остался, кто худой. Но маленький животик, даже когда хожу в зал, качаю пресс, у меня вот здесь все прокачивается. А вот этот маленький не уходит. Смотрите. Хочется вот так, чтобы... Хотя так он у меня... Да, вот это убрать. Я решила пойти поколоть липолитики. Мы прилетаем с Лешей. Он будет делать щечки, а я здесь убирать буду. Я стою, так у меня не такой животик, как ты говоришь, Леш. Да? А как я говорю? У меня большой живот. Я тебе говорю, что у тебя большой живот. Ты говоришь, почему у тебя есть живот? Я такой, я знаю вообще, почему у тебя живот, потому что ты рожала. Нет, это не потому, что я рожала. Слышали, он говорит, что у меня есть живот, потому что я рожала. Нормальный ты? Ну, мешочек. Я не говорю, что у тебя пузо гонишь, что ли. Я говорю, что это мешочек, который... Ну... После вот, короче, кто колол ли политики сюда? Кто-нибудь колол? Я хочу живот себе. Ты так идеально. Качай прессик, Лизочек. Нет, я качала пресс, все, мне не помогает. Тут эта маленькая штучка прям не уходит. Именно вот здесь. Маленький мешочек. Блин, кто рожал, тот меня поймет. Нет, еще не сделала. Что, не видите, вообще маленький. Маленькая грудь уже. Все, куда? Такое чувство, что мы сейчас будем кушать здесь. У меня просто идеальный мужчина, идеальный, обожаю его. Ой, лопочка, кто? Честно, вот я просто когда в Москве просыпаюсь, думаю, где же мой мужчина? Поэтому ухожу вечером, не накормленная, худею там, ужас. Нет, вот, мучаюсь почти год, вот люди понимают, вот. Ты худой, посмотрите, вот так, худая. Но вот эта часть, она не уходит. Здесь нет жира, вот здесь, как мешок. Грудью кормила, он, конечно, кормила. Только вакуум чуть-чуть помог. Не у всех согласна, что не у всех это генетика. Ты такой лифчик от Джик, он делает меньше грудь. Да я бы не сказала, просто лифчик без ничего. Без пушапа, без ничего, может, поэтому... Когда пушать, понятно, она большая. Ладно, девочки, кто убежала, бишь после рода. Девочки, после... как убирали? Вот. Вот у нас тема появилась. Подруга делала так. Подруга делала. Ну, я хочу поколоть.
Я тоже попробую. Вот, 46 килограмм вешу, нифига себе. Я тоже, когда весила 46 килограмм, все равно, ну, когда я сижу, конечно, у меня такой... Нет, раз 46 килограмм. Вот этот маленький. Нет, раз 46 килограмм. Мне кажется, у меня вообще ничего нет. Ты можешь мне сказать, эта вот штука, она... Ты что ее не поставила в холодильник? Да она же не пропала. С чего ты взяла? Думаю, ее ели в 4 утра. Она точно не пропала? Ну, попробуй. Я думаю, что нет. Я лучше тут ее отложу. Я забыла убрать. Вот. Нет, когда 46 килограмм, ну, не знаю, нет, маленький живочек все равно остается, согласна. Квартира без мебели, не надо ничего брать. Ну, понимаете, так как я живу все-таки с человеком, который модель. Собирается из меня он делать модель. Мне, короче, не нужен животик. Вот так вот. Да, Леш? Животик нужен? Маленький не нужен? Нет, маленький для детей нужен. Маленький для детей. Поняли? Он, короче, хочет, чтобы у меня такой был, походу. Ты хочешь такой, чтобы? Какой? Вот такой. Одни кубики. Нет, не хочу. Не надо, баба, мне перекачанная. Ну вот, а не пузо. Ну, он тоже говорит, что не пузо. Лиза в Минске, пока в Минске, да. Он говорит, да нет у меня пузо. Ну, вот этот мешок все равно надо убирать. Все, Зайка, давай кушать. Леша, как избавиться от маленького живота, подскажи. Ну, Леш. Если есть бег... Есть спорт. О, если будете бегать, вообще круто. Но нет, да. Если у вас, как у меня, после родов, то он все равно тоже не уйдет. Нет, но уже... если такой послеродовой, то, наверное, нужно липолитики прокалывать. Я не знаю, как нужно худеть, операция, чтобы он... Знаю. Ну, слушай. Девочка написала, что она колола, да, у нее прошло, пока она не начала кушать Ну, тогда это уже маковый живот, а не послеродовой. Да. Как бы. Качество плохое. Качество говорит плохое. Давайте тогда я выйду попозже, потому что Леша... Все, я уже приготовил покушать. Письку еще покажи. Письку покажу в следующей серии. Заходите через полчаса. Все. Целую, мы будем завтракать. Зайцу.